чемпионата мира по вольной борьбе Евгений Жирбаев. Добро пожаловать на родную бурятскую землю. По старому русскому обычаю, отведайте, пожалуйста, хлеб да соль. По старшинству, наверное, давайте вместе. Не заканчивается. Во-первых, надо было попасть туда, на чемпионат мира. Когда выиграл он двукратного чемпиона мира Баева, действующего чемпиона Европы, своего соперника, который здесь отдал схватку, проиграл ему, там подпитался. У меня было такое настроение, что там чемпионат мира пройдет он так же, как прошел вот это. Поэтому, конечно, это труд всех нас, всех жителей нашей республики, те, которые всегда рядом, Женей, также всех наших ребят, которые помогали ему готовиться, болели за него. Сейчас в Иркутском районе Иркутской области праздник там, где родина его, там ждут тоже его. Я думаю, что следующий старт будет более продуктивным, опыт набрался, помогая все Министерство спорта нашей федерации, ЗБРК, которые Забайкальское горнорудное предприятие, которое нас спонсирует. Я думаю, что с этой помощью дойдем до тех вершин, которые еще будут радовать наших болельщиков. Слово представляется бронзовому призеру чемпионата мира по вольной борьбе Евгению Жирбаеву. Всем спасибо, что сюда приехали меня встретить. Мне очень приятно вас всех видеть здесь. И поблагодарить в первую очередь я, конечно, хочу своих родителей, благодаря которым я, наверное, здесь нахожусь сейчас. Дальше я хочу поблагодарить, конечно, своего тренера Валерия Николаевича, который всегда верил и верит и будет верить в наши победы. Цепика Цинжабович, конечно, это наш, можно сказать, очень везучий тренер. С ним, когда мы ездим, мы без медали не возвращаемся. Руководство, конечно, поблагодарить. Все, которое вот причастно, слаженная работа была у нас. Алексея Самбуевича, Вячеслава Анатольевича. С чего все начиналось? Это начиналось все с чемпионата России. А еще ранее со сборов, когда уже вот подключили наших партнеров ЗГРП, Федерации борьбы. Тогда все началось. Начали слаженно работать, ездить на сборы в Дагестан, в Осетию. И забрали чемпионат России. Конечно, чемпионат России – это первый толчок, огромный толчок, с которого мы начали. И я думаю, на этом мы останавливаться не будем. У меня сейчас глаза горят, и мне хочется опять пойти на тренировку и начать тренировки. Я думаю, еще будут большие результаты. Мы будем теперь готовиться на Эрегинский турнир и постараемся отобраться на чемпионат Европы. В общем, всем огромное спасибо. Всех люблю и уважаю. Женя, спасибо!